Мир находится в постоянном изменении, и каждый год появляются новые виды, приспособленные к нему. В течение многих поколений смотрители изучают и записывают изменения в природе, помогая другим выжить в непредсказуемом мире. Постоянная угроза заразиться смертельной болезнью или встретить опасное животное заставила многих отвернуться от мудрости смотрителей и спрятаться за городскими стенами. Искусство исцеления и понимание природы постепенно исчезают. Мизуки, однажды ты станешь смотрителем. Мы познаем эволюцию жизни, переход одной формы в другую. Все нужно записать и ничего не пропустить. Я давно изучаю одно маленькое существо. Не похоже ни на кого. Гидру. До того, как здесь появилась гидра, вода была отравлена. Но она быстро эволюционировала и научилась поглощать яд. И теперь река возродилась. Вернулась жизнь. Гидра может приспособиться к любой среде. Она может жить даже внутри живых существ. Я думаю, если ее применить как лекарство, то она изменит нашу жизнь. Мизуки, когда ты вырастешь, то, возможно, подумаешь, что лес живет отдельно от тебя. Но ничего не существует само по себе. Папа, смотри, они светятся. Мизуки, будь сильной. Мир внутри тебя. И все мы... одна жизнь. Эй, пусти меня! Долго мне тут еще стоять? Давай уже, открывай! Что случилось? Я думал, мы продвигаемся. Мы не знаем источника пыльцы. Мы лечим только симптомы. Я снял жар, но это большее, что я могу. Значит, ничего? Я зря трачу деньги. Я говорил тебе, найти подобное лекарство невозможно. То, что ты ищешь, не растет в городе. Отведи меня в деревню. Тебе не понравится. Ты ни разу не был за стенами города. Что ты знаешь о деревне? Завтра утром город закроется, может, ты слышал. Перестанут ходить поезда. Не останется ни одного шанса выбраться. У нас всего один день. Что, по-твоему, случится, если мы останемся здесь, наедине с чумой и без лекарства? Меня это не касается. Городу плевать, что происходит за его пределами. Какое же мне дело до того, что произойдет с ним? Возможно, я знаю, что тебя касается. Найди источник. Сделай лекарство, и я дам тебе вдвое больше. Город уже месяцами ищет. Никто не нашел лекарства. Потому что не знают, где искать.
У меня есть Шиока. Ты знал? Где ты это взял? Купил вчера у одного контрабандиста. Чтобы не распространяло пыльцу, оно где-то поблизости. Иризуми, мы вернемся к сумеркам. Источник можно легко найти. За стенами города может случиться всякое. В городе объявляется режим изоляции. После захода солнца город будет закрыт. В городе объявляется режим изоляции. После захода солнца город... Ваша безопасность теперь в ваших руках. Пошли. Где мы? Почему мы остановились? Если бы ты сказал, что деревня покинута, я бы подготовился. Ты же смотритель. Думал, ты сам все знаешь. Только подумай. Лекарство будет дороже, чем мы можем себе представить. Я поделюсь с тобой. Нужно было оставить тебя в городе. И как только люди живут в такой дыре. Не все могут спрятаться за стенами. Надень это. Мы близко.
Стой. Что это? Не подходи. Что это за штуки? Эти растения питаются телами. Это может быть источник пыльцы. Источник? Чего ты ждешь? Отрезай, пойдем! Что-то же тебя питает. Растение на гниющем теле. Похоже, он был чем-то заражен. Заражен? Ты должен вернуться в деревню. Мне нужно понять, что это. Нет! Я заплатил, чтобы ты помог мне. Так что срезай и пошли уже. Мы нашли, что хотели. Давай просто вернемся. Деревня была моим домом. Много лет назад я покинул ее. В том, что они умерли именно так, виноват я. А что будет со мной, если ты не вернешься? Я сам не справлюсь. Помоги мне срезать образец, отнеси его в деревню и жди меня. Не приближайся. Мизуки.
Какой у нас выбор? Мы не можем просто смотреть. Нея. Доверься мне.
Все живые существа борются за выживание. По-другому никак. Однако, способность преодолевать трудности — наша величайшая сила. Я узнал, что значит быть смотрителем. Это значит лечить тело, искать знания, указывать путь. Но слишком долго я был ослеплен печалью. Болезнь, вызванная пыльцой, позволяла существу охотиться на ослабленную жертву, разнося растения по новым местам. Симбиоз растения и животного — редкая, но очень действенная адаптация. В иммунитете существа пряталось лекарство, которое мы искали. Но пыльца — это предупреждение. Наш мир потерял равновесие. Городские стены, созданные для защиты, опасны, даже если за ними я чувствую спокойствие. Но изоляция — не ответ. Годы прошли с тех пор, как я назвал себя смотрителем. Как и многие, я забыл наши традиции. Но Гидра напомнила мне о принципах, оставленных позади. Все взаимосвязано. Мы все одна жизнь. Переведено и озвучено Диафильм Студио при поддержке Naked Science. Перевод Юрий Аркалов. Роли озвучили Роман Андронов, Михаил Диполом и Алена Андронова.